Украина, Харьковская область, 27 августа, лето уже к концу подходит, а персик еще даже в активной фазе роста. Персик хасанский, клон Железова. Такие вот в конце лета выросли саженцы. Приросты, ну, по полметра. Вот то, что оставалось, когда я его садил и я подрезал. Вот. Раз веточка, и рядом с ней такая же веточка вот до сюда. Две веточки было, и все. Все остальное, это вот то, что он нарастил за этот сезон. Вот это вот цельная ветка, это вот все. Молодежь. Растут хорошо, так сейчас не болеют. Было немножко курчавости в начале сезона. Вот она веточка. Такая коричневая, побитая. Ну и бьет стволик без листика здесь. Это то, что было побито курчавостью. И здесь такая же вот одна. Сейчас. Но даже несмотря на то, что там оно побило курчавостью, то дальше вот растет здоровая ветка. Обрезать я ничего не буду. Не обрезать, не обрабатывать. Пусть он растет самостоятельно, точнее они все три. И будем смотреть, как они будут себя чувствовать. Такие вот приросты по полметра, это с учетом того, что полива не было абсолютно. Только весной там вот как при посадке поливал, и после того ни капли. Все, что там дождиками максимум шло, но искусственного полива не было. И тем не менее растет хорошо, хотя, к примеру, Валерий Александрович говорит, что без полива он плохо растет. Но вот тут видно, что все в порядке. Но это самый крупный, такой самый яркий. Ну и у него я оставил после обрезки при посадке две веточки. Вот они две. Заодно очень часто говорят, что ветка под веткой не растут. Что там то трутся, то еще чего-то. Но заодно посмотрим, как оно, какой результат будет от того, что растет ветка под веткой. Ранка по чуть-чуть вроде затягивается. Не, низковато обрезал. Надо было чуть повыше. Ну ничего. Уже зайцы успели немножко откусить. Вот второй саженец. Он самый маленький был из тех, что мне Валерий Александрович присылал. Такой он тоненький, но тем не менее приросты тоже выдал хорошие. Вот здесь вот я одну веточку оставлял, ну как от самого саженца. Она была обрезана. И вот, в принципе, остальное все он нарастил снова. Но, чтобы понимали, при посадке вот этот стволик уже у саженца достаточно толстый. Они были высотой 2 метра. Это двухгодичные саженцы. Ну и вот результат вот, по полметра, 60 сантиметров прироста. С учетом того, что он имеет как бы карликовую форму, ну так условно, растет относительно медленно. И тем не менее прирост хороший. Здесь вот тоже курчавость. Немножко побило. Тут такая не очень здоровая веточка. Но даже вот кончик ее все равно здоров. Ну посмотрим, как эта веточка в следующем году будет, не будет жить. И вот одну побило, но это прям совсем высохло. Но тем не менее, в остальном растет хорошо. И третий саженец. Так же самое у него была одна веточка оставлена. Я ее отрезал. Не, но тут чуть поменьше приросты. Он как-то вот меньше всех нарастил. Хотя был один из, ну, из трех самый крепкий саженец. Вот. Растут они все на холмах. На
том, который сейчас показывают, вот самый крупный холм сделал. Не знаю, сколько он по высоте. Может, сантиметров 30, может, чуть больше. На предыдущем там самый маленький. Может, сантиметров 10-15 холмик. А на тот, который самый первый показывал, там что-то среднее между этими двумя. Но пока самый крупный холм показывает результаты чуть послабее. Но может, это вовсе не в холме даже дело в данном случае, а в самом саженце. Его, к удивлению, не била курчавость. Вот тут пару листиков засохло, но признаков курчавости на нем не было. Ни на одной веточке я не обнаружил. Вот такой видеоотчет Валерию Константиновичу и Валерию Александровичу.